Вчера на конгрессе было очень много хороших пар, очень хорошее настроение, рабочая атмосфера, творческая атмосфера. Все были заряжены. И сегодня на турнире все это проявилось. И на самом деле я, вот как вы сказали, первый раз был в январе здесь. С большим удовольствием приехал второй раз, потому что ну, то, что делает Женя и Полина, на мой взгляд, это достойно уважения и внимания. Атмосфера такая же очень хорошая. Вы же сами чувствуете, что там в зале происходит. На мой взгляд, от размера зала, от того, что он меньше или больше, атмосфера не меняется. Атмосферу создают организаторы и сами пары, которые сюда приезжают. Все пары очень хорошие. Абсолютно. И судьи здесь все очень хорошие, именитые. И действительно, вы правы. Парам очень важно, чтобы они понимали, кто их судит, и судит их по достоинству.